Здравствуйте! Рассмотрим значение микроэлемента хлора в жизни человека. Хлор принимает активное участие в поддержании и регулировании водного баланса в организме. Хлор необходим для нормальной нервной и мышечной деятельности. Он способствует пищеварению, помогает выводить засоряющий организм вещества, принимает участие в очищении печени от жира, требуется для нормальной работы головного мозга. Признаки нехватки хлора – вялость, мышечная слабость, сухость во рту, потеря аппетита. Недостаточность хлора в организме сопровождается понижением артериального давления, учащением ритма сердца, потерей сознания. Хлором богаты различные рыбы, например, скумбрия, анчоусы, зубатка, карась, сазан, мойва, горбуша, камбала, тунец, хек, а также гречка, рис, горох, яйцо куриное, устрица. И не забывайте, что много хлора в поваренной соли натрий хлор.